В то время как мир сходит с ума, приглашая на ТВ к популярным и не очень видеоблогерам различного рода дурачков, тем самым пиаря их на весь мир и провоцируя в неокрепших сознаниях подрастающего поколения, что таким способом можно становиться известным, успешным и богатым. Естественно, думая в первую очередь о своем хайпе и в последнюю очередь о всех нас. Мы с вами познакомимся с настоящим героем, человеком, достойным уважения и подражания. Именно таких людей необходимо поощрять, приглашая на различные ток-шоу. Но как пел известный гений, любит наш народ всякое говно. Давайте мы вернемся к настоящему железному человеку, которому посвящен сегодняшний выпуск. Зовут его Ильдар Фазреев. И вы уже видели его в нескольких роликах моих ранее, где он показывал различные упражнения, такие как приседания, становая тяга, при очень серьезных весах. Родился он в далекие 60-е годы прошлого столетия и увлекся в молодости разрыванием полотенец, которые складывал в 2-3 раза, после чего перешел на вафельные полотенца, которые просто в обычном состоянии порвать-то сложно. Это популярная система тренировок по системе ЗАСА. Затем, как и водится, служба в армии, в спортроте. После армии, немного отдохнув, устраивается Ильдар на шинный завод. Любя физический труд, он отрабатывает год сборщиком камеры камазовских колес. Затем появилась возможность заработать на квартиру на химкомбинате. И за 2 года он это делает, получает двухкомнатную квартиру. Переводится на другой завод, бутил каучука, на тяжелый труд, на конвейер, комплектовщиком. С конвейера закидывает по 30 кг брикеты в контейнера. За смену выходило по 40 тонн на одного комплектовщика, а то и больше, в зависимости, как работал конвейер. Отработав так 4 года на этой издельной работе, после чего его пригласили в спортзал от одного завода в городе, где он трудился 6 лет. Раньше называлось наше любимое движение не бодибилдингом и даже не культуризмом, а атлетической гимнастикой, чем Ильдар и занимался. После 6 лет появилась задумка открыть свой оздоровительный спортзал. Составив бизнес-план, открыли от больницы медицинский оздоровительный центр «Целитель». И проработав там 6 лет, под эгидой заслуженного врача республики, Ильдара отправляют на пенсию. И его задумка, как это часто бывает, стала прикрываться. Затем родилась дочь, сын, и на 4 года Ильдар отходит от спорта, работая в салоне швейцарских часов администратором. Но один из учеников открывает свой спортзал «Сила», где, куда естественно, зовет работать тренером своего учителя Ильдара, где он сейчас и трудится, уже 9-й год. Работает тренером по бодибилдингу и пауэрлифтингу. И за это время работы выводил многих учеников на серьезные соревнования, где они занимают первые и вторые места. Сам за это время работы 5 первых мест завоевал, 4 вторых на соревнованиях республики по пауэрлифтингу. Совсем недавно занял 2-е место на чемпионате мира по становой тяге, перебив свой собственный рекорд молодости на 2,5 килограмма с 240 килограмм при весе 72,5. На соревнованиях Ильдар выступает без ремня. На открытом мастерском турнире города Набережные Челны по пауэрлифтингу и Союзе пауэрлифтеров России на турнире «Сокровища Золотой Орды» среди ветеранов пауэрлифтинга без экипировки Ильдар уверенно занимает 1-е место. Так что, друзья, берите пример с достойных людей. И тогда ваша жизнь тоже будет примером для подражания. Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации.
Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.